Ну что ж, всем привет! С вами после довольно-таки длительного перерыва снова Алекс со своим марафоном всех возможных Mortal Kombat'ов, какие только были. И как вы помните, мы остановились на Mortal Kombat 2. Вернее, последний стрим был по Mortal Kombat 3, но мы немножко перепрыгнули, а вот именно остановились мы на Mortal Kombat 2, а конкретнее на версии для Super Nintendo. Дело в том, что, если вы помните, когда я стримил досовскую версию второго МК, то она меня настолько выбесила, что я просто... мне надо было, как говорится, взять отпуск. Да и вообще, после работы трудно стримить. Ну, в общем, так совпало как раз несколько сразу факторов, и на МК2 я на какое-то время забил. Но пора вернуться к нему. Так что Mortal Kombat 2 на совершенно игровой системе. Так. Это надо сначала, наверное, вам показать. Версия для Super Nintendo. Вот. Всей красе. Хорошая версия. Такой вот стереоэффект. Причем эта заставка есть только в версии 1.1, а не 1.0. Тут есть еще один прикол в заставке. Сейчас я его покажу. Я, кстати, не помню, в сеговском МК2 сюжет вообще рассказывается. Вот здесь да. Правда, тоже так, не сказать, что супер круто. Просто на фоне леса. Ну, в принципе, атмосферно. Причем текст даже никак не скроллится, просто вот. Есть и есть. Биографии. Тоже, по-моему, на Сеге их нету. И, собственно, геймплей. Кстати, по традиции Супер... ух ты, как-то странно кровь разлетается. По традиции супернинтендовских версий... не пишутся имена персонажей в самом этом, ну, в полоске здоровья, так сказать. Так, ну ладно. Что-то люди пока не подтягиваются. Три человека, из которых один это я. А я хотел один прикол показать. Может, тогда попозже его показать. Ладно, давайте прикол тогда позже. Сейчас пока просто вот такое меню с прозрачностью. Красиво. Привет, Вол. Да нет, это как раз хорошая версия. Или ты имеешь в виду, что именно вторая часть? Кэп. Вряд ли он на компа влияет. Нет, эта версия хорошая. В целом, я бы сказал, что лучше сеговская. Хотя и сеговская хорошая. Так. Тут, если вы помните, мне в прошлый раз не удавалось в этой версии ввести код на 30 контов, а по умолчанию их 5. Потому что его надо вводить прямо на выборе персонажа, причем на клавиатуре я это сделал без проблем. Собственно, вне стрима я это сделал на клавиатуре и сделал после этого save state. Потому что на 4-м DualShock это, ну, очень трудно сделать. Тем более тут надо select обязательно нажать, собственно, в этом и сложность. Если было просто там вниз-вниз, там право-право, лево-лево, та-та-та-та, никаких сложностей. Тут надо в конце обязательно select, который на 4-м DualShock очень неудобно расположен. Он же кнопка share. Так что грузимся в state. И чтоб вы не сомневались, что это все по-честному, я могу сейчас даже специально слить. Показать вам, что все легитимно. 30 контов. И сложность нормал.
Сейчас я это покажу. Да. Ничего я не менял. Так что возвращаемся к этому все в стейту. Выбираем перса случайно. Китана. Нормально. Это хорошо даже, я бы сказал. Так, фаталки за Китану надо посмотреть. Фаталки надо посмотреть. За Китану. Эта версия как раз очень хорошая. Во-первых, как вы можете слышать, здесь озвучены все реплики, что очень круто. По сравнению с сеговской версией. Во-вторых, здесь вообще как бы контент весь есть. И он, и текст весь, биографии, все вот это есть. По геймплею она, кстати, не отличается. Вот, кстати, единственное, наверное, МК, ну, по крайней мере, сильно не отличается, который снесовский по геймплею, ну, вроде как аркаду копирует. Может, какими-то мелкими различиями, но они не сильно бросаются в глаза. То есть МК-1 кривой, МК-3 ультимейт, они как бы неплохи, но там есть скорость, ну, там скорость иногда непостоянная, и все-таки баги там есть. А вот МК-2, я бы сказал, шикарен. Так. Так. Блок, хай-кик. Хорошо, попробуем. Так. Сейчас надо победить, конечно же. Раунд 1. Файт. О, я, кстати, когда из Deadpool Fatality смогу сделать. Так, на стриме вроде нормально все видно. Или нет? Ну-ка, стоп. Еще раз перепроверю. А, нет, ненормально все-таки, вот зараза. Все-таки ненормально. Так, во-первых, вот так. Во-первых, а во-вторых, вот здесь. А, теперь. Хотя, наверное, да, это, в принципе, родное соотношение сторон игры. Так что, наверное, нормально. А эти полоски, они в самой игре, я так понимаю, сверху снизу, да? Их не убрать. Хорошо. Так, сейчас я посмотрю, как это выглядит. Блин, все равно как-то не очень. Ну ладно, лучше уже, наверное, не сделать. Так что все, забиваем. Да, один раунд пришлось слить ради того, чтобы посмотреть, как игра на стриме выглядит. Так. О, давайте-ка. Да блин, да я красиво тебя добью. Не, не получится красиво. Да блин, тихо. Сейчас. Да блин, да что такое? Что-то я все неправильно беру. Так, я сказал красиво. Ладно, раз уж я взялся за перемотки, давайте действительно попробуем это сделать необычно. Так. А нет, не получится. Ладно, просто Дэдпул. Китана wins. Что-то фраза не прозвучала. Ну ладно. Короче, я что хотел сделать? Можно так сделать, чтобы вот когда вас Китана веером притягивает, да, чтобы противник упал на твой апперкот и сразу в Дэдпул попал. Как-то я это делал. А, это, наверное, в углу надо делать. Да, я, кажется, вспомню, как это делать. Так, стоп, почему управление не работает? Или работает? Нет, работает. Привет, Deceptive Gecko. Да, МК-2. Причем нам повезло с бойцом. Я имею в виду с Китаной. С Миленой, наверное... Хотя не, я не боюсь Милены в этой игре, на самом деле. Многие говорят, что типа, о, Милена, она очень жесткая. Нет, она лошиха. Люкан жесткий, Китана жесткая, и Барака жесткий, и Кентара.
Все остальные в этой игре особой сложности не представляют, но тоже могут дать, как говорится, про это. Так, вперед, вниз, вперед, хай-кик. Давайте. Привет, добро. Fatality. О, барака. Повезло, кстати, что он третий, да? Так, ну полоски сверху и снизу. Видите, супернинтендовская версия. Она даже не на весь экран. Но она все равно хороша. Не будем уж к этому цепляться. Да ёперный ты! Ладно, я это сделаю. Если он сейчас меня не подловит, конечно. Я думаю, он сейчас выстрелит лезвием. Да. Руки коротковаты. Руки коротки у тебя. Отлично, меня и так устроили. Так. На блок-блок, хай-кик. Хорошо. Так, а это фаталити сложнее. Держа, low kick, forward, down, forward. Хо-хо, интересно. Round one, fight. По-моему, кстати, в этой версии музыка не перепутана, в отличие от сеговской. Вообще хороший порт. Я же говорю, с МК2 повезло, он везде хороший. Правда, версии на дисковых консолях, то бишь PS1 и Saturn, вообще, конечно, расстроили. Но у них хотя бы графон хороший. То есть там проблема в том, что их делали слишком на отъебись, так сказать. Но графика там хорошая. Да блин. Round three, fight. Да, ну это как всегда, наверное, разные команды делают. Ну то есть как, одна команда, разные люди, я хотел сказать. Блин, ладно, пофиг. Так, low kick, вперед, вниз, вперед, да? А, нет, вперед, вперед, вниз, вперед, блин. На следующий раз надо не забыть. Ах ты умный, я думал, ты ступишь. Ой-ой-ой-ой, сейчас как звуком странно. Так, ну я проиграл. Блин, ведь показалось, что может и нет, но нет, проиграл. Хотя обратите внимание, у Джонни Кейджа в этой версии палитры перепутаны местами. То есть первый игрок красный, а второй синий. Это вроде наоборот. Это, конечно, ошибка. Да блин. Так тебе. Так, кстати, у Китаны... Китана вообще, ну, по крайней мере, против компьютера, один из самых сильных персонажей. Может, даже самый сильный. Ну, Барака, наверное, самый сильный. Второй по силе. Почему? Дело в том, что веер Китаны наносит больше урона, чем любой другой фаербол в игре. Ну, это не единственная причина. Еще притягивание на компа хорошо работает. Хоть и не идеально. Finish it.
О, Джонни, я люблю тебя, крошка. Да, любовь зла. Fatality. О, еще и Люкан дальше. Вот это мы встрянем. Вот сейчас, скорее всего, будет первый слив. И потом сразу второй, и третий, и четвертый. Вот где конты полетят. О, про подошел. О, нифига себе. Да, именно так. Так, что на втором раунде? Блин, надо бы... Я не думал, что она отпрыгнет. Черт. Ну, этот раунд, походу, уже слит. Да, блин. Ну, я еще неплохо сопротивлялся. Давай, брось веер. Только не притягивай меня веером. Блин, ну походу слили такие. Жалко, шансы были. Так, ну что, я не знаю, еще раз за Китану попробовать. Ладно, обратите внимание, снесовская версия. Все красиво, цветов много, озвучка полная, контент весь на месте. Придраться можно только, ну, наверное, к двум вещам. Во-первых, спрайты персонажей заметно меньше, чем на Сеге, и это прям реально бросается в глаза. Если я после этого запущу сеговскую версию, вы поймете, о чем я говорю. Более пикселявые они на SNES. Зато больше цветов. Ну и второе, то, что имена персонажей пишутся снизу, а не внутри. Опять-таки, это из-за разрешения. Так во всех SNES-овских Mortal Kombat'ах. То есть, если туда пытаться впендюрить буквы, то они просто не поместятся, либо будут нечитабельны. Хотя, по-моему, в данном случае они могли бы поместиться, но, видимо, это... Да, блин. Все равно было бы плохо. Да, наверное, надо за бараку. Сейчас попробую еще последний разок. Может, за Люканга еще попробую. Барака, это ж понятно. Это слишком легко и неинтересно. Хочется-то... За других персонажей. Конечно. Да блин. Да я первый начал. Хватит кидаться. Вот так тебе. Хорошо, что за Китану урон большой этим веером. Так, наверное, она не прыгнет. Блин, а на этот раз она... Я знал, что она бросит веер. Сам прыгнул. Слива. Так, вот сейчас я на него прыгну, и он сто пудов что-нибудь не то, что я ожидаю, сделает. А нет. Блин. Нет. Есть. Нет, тихо. Нет, живи. А, как обидно было. Ой, так, ну чего. Ну ладно, самый последний раз за Китану. Как с контами? 27, нормально. В смысле наперски? Тут...
В эту игру ты хочешь сказать? Кстати, даже толпа анимирована на заднем плане. А, блин. Думал, что мне засчитают, ну ладно. Но это еще повезло, что Китана не самая поздняя. Он меня жалеет. Вот так он делает не каждый раз. Ага, сейчас будет каждый раз. Да, уже не жалеет. Так, теперь он меня не жалеет. Так, ладно, давайте за Люкана. Мне кажется, тут можно очень хорошо разойтись. А потом Люканг против Люканга. Это интересно. Так. Понизу. Да блин, сорвался прием. Да ё-моё, не могу сделать велосипед. Постоянно в момент, когда... Ладно. Поздравляю. Я так... Ну, я, в принципе, могу даже не спрашивать. Я уже понимаю, что она тебе понравилась. Ага. Ах ты, зараза. Ну я же, ну я впервые был, это прям видно. И ты такой читер. Что это было? Есть. Не советуешь? Ну посмотрим. Да не, я жду, конечно, у меня срочного желания сейчас играть нету, но когда-нибудь посмотрю. Знаешь, я вообще редко игры на выходе играю. Alan Wake 2 это исключение. И то там сыграли те факторы, что эта игра как бы редкий случай, когда... Там прям много факторов сыграло. А, тут по-другому. А, я Дэдпул могу. Да блин, ладно, пофиг. Так вот, с Alan Wake там особенный случай, потому что совпало сразу несколько факторов. Во-первых... Мне понравился Alan Wake 1. Во-вторых, это редкий случай, когда пиратская версия вышла в день релиза. В-третьих, это еще игра, тестирующая видеокарту. У меня как раз мощная видеокарта, которую я не использую. Ну и поэтому как бы... А, и в-четвертых, я на тот момент ни во что не играл. То есть как раз я что-то там прошел и был свободен. Так что... Поэтому... А, привет, Вода Dark Knight. RTX 3080 у меня. То есть, да, действительно мощная. За 85 тысяч я ее покупал. Я, по-моему, кстати, это говорил на каком-то из своих стримов. Как мне хочется сейчас кое-что сказать. Скажу, он лох. Повезло, прям игра меня очень пощадила. Я не узнаю этого Люканга. Если вы помните мои предыдущие стримы, как меня рвал Люканг, ну он правда был предпоследний, но он тогда такое творил. Это просто вообще, я же говорю, то что сейчас, это дитя, это не Люканг, это дитя. Ему надо сделать фаталити за такое. Он напрашивается. Так, ух, ё-моё, я... А, не, это не то. Так, вниз, вперед, назад, назад, хай-кик. Вниз, вперед, назад, назад, хай-кик. Блин, могу не успеть. Вплотную надо стоять, а я отошел. Вниз, вперед, назад, назад, хай-кик. Ну да. Видимо, на блоке это надо делать. Да, мажорно. Ну, это так случилось, что я еще давно хотел купить видеокарту, еще до майнингового бума. И у меня была какая-то часть суммы отложена. А потом началась вот эта хрень, что я где-то год хотел купить видюху, но тупо не мог из-за неадекватных цен. И поэтому, как только цены упали, я сразу этим воспользовался. Если бы я подождал еще месяц, я бы купил еще на 10 тысяч дешевле. Но уже...
Просто там хрен его знает, как оно было. То есть я решил не рисковать. Я боялся, что вдруг опять майнинг вернется и опять цены вверх поползут. Вот как сейчас, кстати. Сейчас цены опять поползли. Да, блин. Сейчас. Ага. Сейчас опять цены вверх поползли. Блин, что я делаю? В первом раунде почти выиграл. Сейчас прям вливаю. Так, ну что еще за Люканга? За Люканга прикольно играть на самом деле. Так, Бараку мы побили, да? Мы всех жестких побили или нет? По-моему, да, по-моему, Барака был. Да, был Барака, был Барака, была Китана, был Люканг. Ну все, считайте, компанию прошли, не считая Кентара. Шансунг еще может достать. Рандом в этой игре очень влияет. Да блин, засдохни ты уже! Кто именно не приседает? А, апперкот ты что ли имеешь в виду? Ну это, да, это обычное дело. В МК2 атака апперкота и делается компом. Это во всех версиях так. То есть это не баг, это фича. Так запрограммирован и... В ультимейте они уже это починили. Вы видели? Он просто... Может это тоже не баг? Может это так задумано? Ух, так. Что я должен сделать еще раз? Вниз, вперед. Нет, подождите, правильно? Вниз, вперед, назад, назад, хайкик. Ну должно получиться. О! Получилось. Правда... Рептилия не так сильно этого заслуживал. Ну да ладно. Fatality. Отомстили ему за предыдущего. Round one. Fight. Короче, когда попадается Люкан последним соперником перед Шансунгом, надо ресетить игру. Это я уже понял. Потому что он там такое вытворяет. Да блин. Хорош. Что это было? Надо ему прошел урон, но я все равно замерз. Так, ну ладно. Давайте рандомом кого-нибудь выберем. Может Рейдена какого-нибудь. О, рандом. Вот обратите внимание. Вот смотрите, это ж не только я это вижу. Вот как победная анимация Рейдена. Вот обратите внимание. Я надеюсь, мы ее увидим. Ох ты. Ага. Хрен тебе. Он будет меня бросать. Блин. Ну покажи анимацию победную. Во, на лиц народ его, посмотрите. Либо это вижу только я. Ну, по-моему, у него луба какая-то просто. Это только на SNES такое. В остальных версиях у него не, так, не такое выражение лица. Да, блин. Слушайте, по-моему, с хитбоксами в этой версии все же есть какие-то проблемы. А, ну я уже не успею. Да, конечно, я не успею. Во! Лыба такая просто. Так, два соперника. И кула последний. Трости, да. Мне, кстати, нравится вот палитра красного Рейдена. У него... Так, подождите. В сековской, по крайней мере, версии у него красные молнии. И это как раз круто. Вот это я и хотел сказать. А здесь у него молнии синие.
Это, можно было бы даже сказать, что это отсылка к игре Infamous. Там, если играть за отрицательного, ну, по отрицательному пути, то там красные молнии вместо обычных вот таких сине-белых. Round two. Как на аркаде, мне теперь интересно. Надо будет проверить. Так вот. На геймпаде не так удобно убивать его этот полет. О! Это куда? Ну блин! Так, Рейден на Рейден, это интересно. Ладно, еще раз попробую. Тут нельзя, про, ты что, серьезно не знаешь? Это только в трилогии добавили. В оригинальном МК2 этого приема не было. Только передние. Так же, как полет у Кун Лао. Из МК... Ну вот, МК2-шный Кун Лао. То, что он не может так летать. Да, почему не попадаю? Да, блин. Все. Слили. Кстати, в одном из источников, это не книга секретов, немного другой источник, но было написано, что якобы молнии Рейдена невозможно заблокировать. Но это, как вы понимаете, ложь. Блин, интересная у него реакция. Да, блин. Ну давай, еее! Реально мы на равных с ним боремся. Так, может удастся фаталку сделать за Рейдена. Знаете же, да, прикол с его фаталкой? Она, можно сказать, скилловая фаталка. То есть для того, чтобы сделать фаталити за Рейдена, надо не просто победить и вбить комбинацию. Нужно прям победить особым способом, можно так сказать. Да блин, нет. Не увидим. Так, ну ладно. Давай рандом мне кого-нибудь. Сейчас рептилию мне выкинет стопудово. А, ну Джекс, это круто. Так, руки тебе бы тебе оторвать за такую игру, Рейден. Да ну я же попал! Ну видно же было, что попал. Как бесит, как комп читерит. Прям нагло. Round two. Fight. Да ё-моё, хитрый, больно, да? Так, вот я ж говорю, руки бы тебе оторвать, только боюсь, не успею. Так. Not too close, but... Так. Ну это, по-моему, не та фатал... А, не, подождите, это... Low punch, вперед, вперед, вперед. Это, по-моему, не та фаталка, что мне хочется. Блок, блок, блок. Low punch. Ну вот, можно попробовать. А? Да нет. Все как я хотел. Вот тут вообще какое-то месиво вместо лица у Рейдена. Так, ну что ж, Кун Лао может задать трёпку, если разозлиться. Да, блин. Что-то он меня вообще как идиота ловит. Чисто на обороне вынес меня. Oh!
Ух ты. Отлично. Привет, Раевский. Да, именно так. Не-не-не, она... у нее разрешение просто маленькое. Но это, на самом деле, хорошая версия. Прежде всего, она полностью озвучена. Тут вся озвучка. Здесь озвучки больше, чем на дисковых версиях, если что. Так, ладно, пофиг. Так, о, стоп. Серьезно? Подождите, я это забыл. Блин, я это забыл. Я совсем забыл. Нам надо было победить с особым способом. Что ж я делаю-то? Не-не-не-не-не. Нас это не устраивает. Нас это не устраивает. Переигрываем. Я ж вам не показал секретный бой. Я что-то вообще забыл об этом. Главное, когда я проходил досовскую версию, я это хотел использовать, чтобы упростить себе игру. А здесь у меня игра как-то сама с собой пошла, и мне не надо ее упрощать. Но надо показать все-таки секрет. Надо показать. Понятно. Да, да, бывает такое, что не до стримов. Я, в общем-то... О, стоп, чего я делаю? Блин, чего я делаю? Все, спокойно. Я ж не... забываю свою задачу. Я должен секретный бой вызвать. То есть победить его определенными условиями. А я что делаю? Все, беремся. А я дурака валяю. Не, как, я выигрываю, но... Так, погодите, по-моему, это... Да, это, по-моему, можно делать. Да, блин. Почти. В общем, если его победить, используя только нижний удар ногой, он же лоу-кик, то будет секретный бой. И не надо будет второй раунд побеждать, что самое ценное. И можно будет сменить персонажа и на в DOS-версии с этим связан баг, как мы уже знаем. Блин, что-то я... Раньше я как-то легко это делал. Раньше я как-то легко это делал. Что, забить на это? В принципе, мы его выиграли уже по-честному. Секретный бой я вам показывал в какой-то версии. В аркадной, что? Нет, подождите, в досовской я показывал. В аркадной как раз не получилось. Ну тихо, тихо. Ну почти, ну блин, ну что ты делаешь? Ой, про, ты будешь за меня говорить. Ну ты знаешь, сколько я в нее играл. Я в нее как раз играл достаточно. Я МК2 люблю, я во все версии играл достаточно. Я не играл только в геймбойную, геймгировскую версию достаточно, и в амижную, и в досовскую. Во все остальные версии МК2 я играл много. В снесовскую, наверное, на втором месте после сеговской. Так, ладно, давайте последний раз. И хрен с ним. Как-то раньше я это легко делал. Может, я это делал, конечно, в сеговской версии. Может, как... может какие-то отличия есть в сеговской. Чёрт его знает. Привет, Коматос. Все свое детство, нифига себе. Не-не-не, снесовская реально крутая. Вот снесовский МК-2 это единственный из снесовских МК, который вот я однозначно могу сказать, что на снес лучше. Хотя сеговский тоже хорош. Вы просто понимаете, тут такое соревнование. Это как сравнивать... Там, я даже не знаю, какой привести пример. Как сравнивать PlayStation 3 и Xbox 360. То есть PlayStation 3 ведь тоже хорошая консоль, но все-таки Xbox 360 я считаю получше. Вот именно по общему набору плюсов-минусов. Потому что там лучше, как правило, лучше мультиплатформа. Плюс к этому там лучше сетевые функции. Вот эти вот всякие Xbox Live Arcade, Xbox Live,
Масоньки, они вообще появились довольно поздно. О, он тоже не сделал. Ладно, все, забиваем, короче. Все, пошли дальше. Супер Метроид 2. Да, я знаю. Это самый лучший, так сказать, хак, это версия 32X. Но я в шутку говорю, что хак. Потому что там это тоже все есть изначально. Поэтому, на самом деле, особого смысла в таких хаках нет, потому что версия 32X уже все это делает. Это не повезло. Нормально, кстати, как компу хватило времени сменить персонажа и успеть вбить комбинацию. В кавычках, конечно, вбить комбинацию. Блин, тупанул. Ну все, он теперь мне не даст выиграть. Да, я знаю, туда Dark Knight. Этот, кстати, хак я буду показывать. Что-то мне понравилось играть за Джакса. Кстати, ладно, я промолчу. Не буду накаркивать. Хотя хочется, конечно, кое-что сказать про этого шансуна. Надо сначала выиграть. А потом я все про него выскажу. Да вот два Dark Knight сэкономили, жадничают. Сожадничали место на картридже. То есть тут, скорее всего, не сами разрабы виноваты как таковые, а издатель, который сказал: не, давайте сэкономим, никто не заметит. Так оно и получилось. Либо у них изначально был такой бизнес-план, то есть уже тогда они типа, о, типа, будет версия для 32X, и чтобы она сильнее отличалась, давайте из обычной вырежем озвучку. Ну это я не знаю, конечно, как было на самом деле. Ну, возможно, что и так. Ой, вот это плохо. Люканг, это жесть. Люканг, это жесть. Походу проиграю опять. Да ё-моё, первый раунд же так хорошо сыграл. Ну тут слишком мало здоровья оставалось, чтобы вытащить. Видите, не зря я не стал говорить то, что Шан Цунг плохо в этой версии. Ну действительно, в первом раунде Шан Цунг мне показался несложным. Но во втором раунде он... Ой, как много текста. О, это просто только написал. Нифига себе, что у тебя нашло. Я пока не могу прочитать. Кстати, тут можно поставить паузу на этом, на столбике. Ух ты, как это Блин, я мог этот захват ему сделать, но я все равно вряд ли бы выиграл. Решил позависать в виртуальной реальности, спустя время, как время. Понятно. О, Милен, это хороший выбор для меня. Да блин. Сейчас успеешь бараку превратиться и порубать меня, да? Нет. О! Да. Давай, прыгни, прыгни, прыгни на меня, прыгни, прыгни, прыгни! Да, 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 ну что? Вот четырюга, ну ё-моё! Вот, ну сейчас чисто на четырю. Так, пойму, как космическим ре пройти дальше, но нет, что-то космический ре. Игра слишком сложная, неочевидная, вернулся мыши, прошел дальше. Блин, про, да какими-то этими
ребусами. Что такое мышь с большой буквы, тем более? Дальше стало резко интереснее, в то время трудно понять. Я был удивлен, что самая озвучка была в МК2, я думаю, она в МК3 появилась. Игра про мышь? Ну, про... я думаю, что никто в чате тебя не понял. Есть Batman VR, но ты вряд ли про него. Кстати, Batman VR можешь поиграть, да. Это игра, правда, на один вечер. Ну, прикольная. Как минимум сюжетом. Блин, барак, это очень плохо. Это прям очень плохо. Ну я ж тебя схватил. А ты играл в Batman VR уже? Ну, Batman VR, конечно, да, это... А, игра. Это такое, конечно. Но сюжет зато, да? Тем более концовочка. А ты играл в него? Я Железного Человека, но я тебе рассказывал, что я... Он на моей консоли просто работает без звука. Там... Это одна из тех редких игр, которой прошивка 5.5 не подходит. Мне не работает звук именно на прошивке 5.5. Так, ладно. Чё я застрял на этом шанзуме? Главное, я его несколько раз уже почти убиваю. Но не убиваю. О, отлично. Сейчас мы его покромсаем. Раунд 1. Файт. О, как можно хитро выйти из ситуации. Формально я ведь не за бараку играю. Так что я... свой, как-то сказать... Мне не стыдно, что я взял читерского персонажа. Конечно, большинство мне скажет, типа, а почему ли это он читерский? Но это и сам я для себя его считаю читерским. Так-то он не читерский, конечно. Так. Да блин, не успел. О, барака против бараки. Есть! Ради этого я даже голову здесь несу. Главное, что Шансунг победил. Это точно можно сказать. Так, ну это все была фигня. Сейчас самое главное в этой игре. Главный момент игры. Битва против Кентара. Делайте ваши ставки, с какой попытки я его завалю. Самый честный босс в серии. Так, что-то мне опять хочется на клавиатуру перейти с геймпада. У меня как будто шансов меньше. Кстати, такое чувство, что эта версия идет медленнее досовской. Возможно, досовская идет быстрее, чем надо. Возможно, конкретно на Кентара игра тормозит, кстати. О, комбо. Возможно, именно на Кентара игра подтормаживает. Так, ну что, попробовать его за Кунлао красиво. По-моему, именно в снесовской версии я за Кунлао его очень красиво. Или в сеговской, вот не помню. Да, Раевский, именно так. Я опять-таки хочу кое-что сказать, но пока не буду. Да, не буду. Ну блин, ты ж так хорошо тупил.
Да блин, чем я это сделал? Так, ну я, кстати, свою тактику-то не это не использовал. А надо бы. И шляпу надо кидать. О! Это уже что-то. Да блин, не надо это делать. Тихо, 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 тихо. Да блин. Так, ну, все-таки мне кажется, что в досовской версии реально Кентаро очень жесткий, жестче, чем вообще где-либо. Потому что ведь когда я досовскую версию проходил, я так не мучился. Фу, какую досовскую. Когда я аркадную версию проходил, я так не мучился, как с досовской. И сейчас я пока что не чувствую такого прям напряга. Хотя я не выиграл до сих пор, но как-то все равно чувствую себя более расслабленно. Там мне просто игра рвала зад. Прям вот буквально. Повезло. Еще раз вот так. Но лучше, чтоб лучше, а не как сейчас. Потому что сейчас было так себе. Кстати, никто, да попробуй тут не нервничать с таким боссом. Ну, сейчас я довольно расслаблен. Я жду по сравнению с тем, когда я в DOS-версию играл, там просто горело вообще, потому что там он творил-то чего. Там он вообще на каждый... Здесь, видите, он иногда дает себя пробить. Там он блокировал, потому что не просто блокировал, он перехватывал каждую атаку, блин. Каждую. Так что DOS-овская версия кривая по сложности. Теперь у меня официальные доказательства. Ах ты черт! А это иногда может сработать. Да блин, ну было близко. Было близко. Да он тут все отменяет. Ладно. Можно и за Китану, конечно, но хочется разнообразия какого-то. То люди подумают, что я только за Китану умею уводить, а это ведь неправда. За Булаву тоже умею. По-моему, и за Бараку, и за Саб-Зиро. Если я правильно помню. Да блин. По крайней мере, себе он апперкоты точно не отменил. Да блин. Я не это хотел. Да блин, пропустил шанс для удара. Нет, так тут это не работает. Так, ладно, фиг с тобой. Что, Китану тогда, чтобы получиться. И что-нибудь необычное. Чтоб эта попытка запомнилась. Так, между ног, думаю, ему давать нельзя. Прием не срабатывает.
Блин, да что такое? Игра считает, что я неправильно нажимаю. Я, по-моему, нормально нажимаю. Я что-то оно... я даже не попал. Не, что-то за Кейджа вообще никак. Он еще и так перехватывает. А, понятно, не бьет он. Так, ну ладно. За Саб-Зиро может быть. За Саб-Зиро можно интересные тактики. Вроде бы. За Милену можно. Да блин. Просто прихожу к выводу, что четвертый DualShock не для Mortal Kombat. Да ё-моё, реально приемы не срабатывают какого-то черта. Я ж так и хочу, классическая комбо. Да, теперь заморозка не работает, да что за фигня? О, вот кто апперкот отменил. Да блин. Ну, кстати, что-то получилось, но не до конца. Так, ладно, еще попробуем за Милену и за Рейдена. Мне кажется, может что-то выйти. По-моему, за Милену я тоже мочил. Два раза нечестно. А так тем более нечестно. Блин, вот это так нагло перехватывать во время приема. Эх, Лена немножко не так кидает, как надо. О, работает на нем. Так, он опять в режим берсерка перешел. Ладно, чувак, ты мне что-то надоел. Достаточно, я уже на тебе тут это... Уже, наверное, зрителям скучно стало. Да ё-моё, опять не тот тайминг. И хотите сказать? Ладно, не хотите, хорошо, что не сказали. О, привет. Так... Хватит спамить, чувак. Ладно, бывает. Очень-очень читерная. Я когда проходил досовскую версию, я на нем целый час торчал. Ха-ха-ха! Как я тебя? Фух, блин!
Так, я не помню, за Китану проходил или нет. Сейчас проверим. А, я могу это через игру, через игровую паузу сделать. Так, сейчас посмотрим. Проходил ли я за Китану? Видимо, нет, да? МК2 за Рейдена проходил. За Люканга проходил. И все. Значит, за Китану можно. Давайте. Да, даже говорю, за Китану он легкий в этой версии. В досовской версии он нереальный. За... Блин, как ты орешь смешно. Блин. Слушайте, походу я до Шокана никогда не доходил в этой версии. Так, а в досовской версии он, по-моему, не подходит к лежащему. Да блин. Шокан, как меня смешить? Здесь он тоже не подходит. Неужели он только на Сеге и на Аркаде это делает? Рассмешил меня. Что? Ржу от звуков. О, зато у него как будто рот даже открывается. Вот так. You will die, mortal. Да, да ё-моё! Надо... надо... А, ещё третий раунд. Чёрт! Да блин! Да. Ты чуть же осталось. Да, эта тактика несколько сложнее, чем мне. Либо, либо она на Сеге проще делается, эта тактика. То есть она как бы одинаковая во всех версиях, но по-моему на Сеге ее легче воплощать. Так тебе. You will die, mortal. Да. Да ё-моё, ну последний удар остался. Да, действительно очень по сюжету. Да. На Сеге он как-то проще. Там как-то, я прям помню, что можно вообще подходить и фигачить его ногой. Но сеговская версия, видимо, его упростила. Дополнительно. Хотя он и так легкий. Просто надо вовремя сжать удар. О, подходит. Подходит все-таки к трупу. Со звуком кентара было. Вот и все. Сразу вот так надо. Короче, тут надо расстояние правильное. Когда слишком близко к нему подходишь, то оно не работает. Блин, надо было пробовать. Да блин. Да ё-моё. Да, троллит меня, просто троллит. Может, что-нибудь необычное. You will die,
можно, конечно, ювер, но я что-то решил его... Да блин! Чисто ногой. Блин, а сейчас я почему не попал? Короче, да, эта тактика все-таки требует какого-то старого... Да блин! У него как будто нога короче. Шансуга. Визуально оно как будто попадает, но оно не попадает. Да почему оно не попадает? У него нога короче. Офигеть, у Шансуга нога короче. Да. Вот и фиг его знает, что это баг. Баг этого... Да, я подумал про Джакса. А Джакса мне не проходил. Это как и называется... Короче, забыл, что хотел сказать. О, ну у этого ноги то. Слушайте, реально от персонажа зависит. Смотрите, за рептилию. Вот почему я страдал. Потому что за каких-то персонажей это легче, чем за других. Да, все, секрет раскрыт. А я-то думаю, что за фигня. Раньше вроде легко так делалось, а сейчас не получается. Как видите, через блок оно тоже очень даже неплохо проходит. Да блин, я думал флау сделать. Да, еще раз заорать, но... Видите, как на аркаде разные арены показываются. Правда, они медленнее скроллятся. Но это есть. Да, кстати, я реально первый раз SNES-версию прохожу. До этого я на Кентаро, видимо, застревал. Ух, какая странная музыка. Какая странная музыка. У, какое мелкое изображение, но оно есть. Так, рептилий всегда был лояльным слугой Шансунга. Защитником Шансунга, нам что-то надо что прочитать. Пока делал... А, ну залег на дно. Very low profile. В первом турнире он открыл план Шансунга. Блин, вот этот вот текст. Ну, короче, уничтожить его расу последних, да, что тут еще, рабство, рабство под Шауканом, рептилия, короче, решить это все. Кстати, тут, а, не, есть, смотрите, фотка это есть, без маски. В общем, он вступил в турнир, победил Шансунга, соответственно, да. Закончил схему своего мастера, то бишь Шансунга, и теперь его раса может жить, поживать, да добра наживать. Нет, про, какой хак? Ты же смотрел мой battle план. Мы еще официальные версии нифига не попроходили. Не знаю, сеговскую я потяну, сегодня не потяну. Сеговская может... Ух, блин, лыба это рейденская. Да, что хватит терпеть, не знаю. Можно сеговскую и не успеть. Или уже попробовать сеговскую. Ладно, давайте сеговскую все же. Не-не-не, не 32x, обычную. 32x потом. Сеговскую с читами, правда, надо показывать. Видите, здесь есть каст персонажей, а в сеговской версии его нет. Сеговская версия тоже сделана очень хорошо, но хуже. Мне, что в сеговской нравится, это, во-первых, то, что заметно больше разрешения спрайтов. Вы это прям увидите, я гарантирую. Это прям бросается в глаза. То есть здесь какие-то пикселяво-мыльные спрайты, там прям четкие. Цветов меньше, но они очень хорошо подобраны. То есть вот палитра сеговской версии мне нравится даже больше официальной. То есть, например, там вот эта вот скала, на которой Шаокан, она серая, такого вулканического пепельного цвета. И, на мой взгляд, это лучше, чем обычная скала. Вот как она должна выглядеть. Титры читай. А что именно?
Финишер, Ли Паунг, Пи... А что, что именно? Джефф Питерс, что? Джим Крэш, Джанг. Ну что, ну их ники, ну может у них какие-то шутки. Ну вы и читайте, кому интересно. Что, каждый титр должен прочитать? Я же не выключаю. На что мне реагировать? Я никогда не обещал читать титры. Кому интересно, те читайте. Ну, зашибись, что там был прикольный юмор, и то, что ты успел его прочитать и осознать. Так. Ну, Элвис тут есть, ну и чё? No sense, причём тут, да, написано? People with off no sense. Ну да, ну, шутят по-своему, да. Ну, молодцы, да, прикольные титры, даже видите. Кстати, вот эта арена почему-то по цветам как-то сильно не хватает. Я же говорю, это хороший порт. А, я же вам не показал главный прикол этой версии. Так что пока мы ее не можем выключить, вы должны увидеть то, что сейчас будет. Так, длинные титры, кстати. Все. Да, не можешь. Смотрите, что тут есть. А, во-первых, тут есть режим. Да, кстати, тут есть режим, как же он правильно включается. Так. Да, смотрите, здесь есть режим Endurance, как в третьем Mortal Kombat на Sega, который я забыл там, кстати, показать. То есть можно гонять 4 на 4 Endurance на двух игроков, прикидываете? Офигеть. Но я и хотел не это показать, я хотел другой прикол показать. Смотрите, что здесь на титрах и на заставке, так сказать, можно сделать. Опять, вот это заставка, но это такое. Я имел в виду другое. You weak, pathetic fool. Вот такое шоу. All too easy. Тоже круто, да? Это не всегда. Это если зажать LR. Шифты. Иначе такого шоу не будет. Так, ладно, давайте уже добьем сеговскую. Надеюсь, я не пожалею. Сразу говорю, если игра начнет меня душить, я дроп. Ну, не в смысле вообще дропну, а в смысле на сегодня дропну. Так. Теперь надо все опять менять. Опять игра вылазит за пределы видимости. И... менять надпись. Так, снесовскую убирать, сеговскую добавлять. Так, снесовскую мы больше играть не будем. Хотя... ладно, бью. Так. Надпись. Да, кстати, спасибо, что напомнил. Сейчас закину. Пока посмотрим заставку. Музыка классная в сеговской версии. Да блин, в сеговской версии много чего классного. Но просто, к сожалению, ну не к сожалению, может, ну короче, снесовская версия еще лучше. То есть сеговская хорошая, но снесовская еще лучше. Но и сеговскую тоже много за что хвалить. Fight. Вот сразу можете обратить внимание, насколько спрайты четче выглядят. Так, я за кого прошел-то? За рептилию. Рептайл. Так, все, записал. Так, сюжета здесь нет, как видите, к сожалению. В 32X версии это исправили. В хаке тоже. Да, про хак можете мне еще раз не говорить. Так. Сложность по умолчанию very easy, кстати, да? То есть разработчики понимали, что эта игра неадекватная. Управление для трехкнопочного геймпада по умолчанию. Так. Музыка классная. О, неплохой выбор.
Вау, а тут музон. Так, сейчас я подлажу размер окна. Fight. Так, нормально будет. Так, я, кстати, сейчас включен фильтр, убирающий дизеринг. То есть в оригинале тут дизеринг. Учтите это в виду, имейте. Fight. Так, кстати, не такая сильная разница, ну, в разрешении. А вот если играть на PSP, например... А, да, надо сделать. Да блин! Я сказал сделать. Так вообще это делается. О, этот музон! Вот под него можно, вот как AVGN под это, под бесится под музыку из Battletoads. Ну, на паузе, которая... Так вот, под эту можно так. Кстати, эта музыка написана не на Games, и это чувствуется. Fight. Иди ко мне, мой сладкий. Фу, невкусный. Ну, кости, по крайней мере. Пошла жара. Вот тут тоже палитра хорошо подобрана. И, кстати, сэмплы звуковые звучат довольно качественно. Лучше, чем, например, в третьем Mortal Kombat. Блин. Очень мне нравится, как тут палитры подобрали. То есть, казалось бы, такое ограничение по цветам, но выглядит все круто. Звучит, вот я же говорю, мало озвучки. Так что есть... Качественная, но ее мало. Fight. А еще надпись раунд некрасивая. Ну, это было понятно. Походу я все. Раунд слит. И не только раунд, но и бой. А может и нет. Может и нет. Теперь мне кажется, что сеговская версия легче. Ага. Ага, смотрите, какое у меня дуо прям. Китана и Люканг прям подряд. Типа, ты кого легким назвал? Переспамил. Тут у него нету этой лыбы, конечно. Так, я хочу двух рейденов увидеть. Если сейчас сольем, то выберу рейдена.
Молния красного Рейдена — это что-то. Да, мы сольем. О, слушайте, я же забыл читы. Блин, да чё я без читов начал проходить? Тут же читы веселые, что в 32x в своей версии показывать тогда. Да, забыл. Так. Чувак. А, я Рейдена хотел. Кстати, вы знаете, что в МК2 за Рейдена есть прием, который тупо невозможно сделать против компьютера. То есть он не срабатывает. Это вот как так называемая накачка энергии. То есть когда он руками вот так вот делает. Видимо, разработчики просто не смогли или не захотели, поленились программировать реакцию компьютера на этот прием. Эх, во, красная молния. И они просто сделали прием нерабочим. Да блин! Кто настоящий Рейден, а? Фергалити мы тоже не сделаем. Совсем забыл. О, опять читерские перехваты. Вот мы проиграем. Вряд ли я успею сделать. Да, не успею. Как я уже говорил, за Рейдена есть Uber Fatality, которая, чтобы сделать, нужно победить особым образом. Ну, это я слишком красиво говорю. Надо просто, чтобы у тебя в течение, по-моему, 25 секунд была зажата кнопка X, чтобы сверху удар. Довольно сложные условия. То есть нужно еще до финиш хима зажать кнопку. Так, не в мою сторону. Угу. Так, я сомневаюсь. Да ё-моё. Неужели? Вот это фаталити. Мало того, что самого сложного противника, ну, одного из, так еще и таким фаталити. Круче только фаталити за Шансунга номер 3. Знаете, о чем я говорю? Блин. Что-то люди, походу, разбежались, когда я сеговскую версию начал. Хотя, по идее, она самая ностальгичная. Думал, наоборот. О, вниз. Нет. Так, давайте-ка переключимся на клаву. Лао. И тоже палитра у него тут классная. Как у него штаны тут выглядят. Fight. Так себе. Ну, Люканг, это трудно. Fight. Fight.
с Лю Кангом тут тяжело, конечно. Даже не знаю, как его пробить. Там я пробил его другим Лю Кангом. Есть у меня одна идея. Fight. Да блин. Ага. Ага. Дай. Ну что-то в этом было, что-то в этом было. Да. Я думал, подловлю. Блин, что-то за скорпионы вообще тактика не зашла. Так, ну можно, конечно, проверенные варианты. Барака, этот, как он... Китана. На, давайте Лю Канг на Лю Канга. Типа по-честному. Fight. Как с таким сражаться, а? Да, музон отличный. За это я очень люблю сеговский МК2. Вот музон и палитра. Это лучше что-то. А вот цветов, конечно, именно вот как выглядят фаерболы. Вот фаерболы некоторые не очень выглядят. Кентара похуже. Да, видите, как быстро игра сложность стала. А я-то думаю, как будто сеговская версия легче. Нет. Так, ну что, проверенные решения. Кстати, у Бараки обрезана анимация. Fight. Ух ты, отбросил компа. Это такой редкий случай. Ну хорош. Хорош. Да ты чё? Давай. Четырило просто, ну. Эти Барака — это первый в жизни боец Mortal Kombat, которого я выбрал. То есть это было так. Мой знакомый на один вечер принес МК2. Причем, по-моему, он даже с другом этим и пришел, у которого он МК2 взял. Да, по-моему, они сначала играли вдвоем. Причем этот друг его еще подогнал книжечку с этими, как она называется, с приемами от руки. Вот как знаете, делали самодельные книги секретов. То есть кто-то красиво фломастером там, ну, то есть ручкой нарисовал, фломастером там раскрасил. Вот этот, ну не логотип, а вот надпись Mortal Kombat 2, вот точно как на заставке, вот с такой красивой двойкой римской. И там красивым почерком все приемы, короче, за всех бойцов написал, какие знал, там не абсолютно все были. Так, это я что-то уехал не в ту степь, я другое рассказывал. Я рассказывал, что первым бойцом в жизни, первый Mortal Kombat был именно второй у меня, вот именно в тот вечер. А первый боец был Барака, собственно. Мне как-то понравилось, что он, ну как это у него необычно выглядит, такой вот, ну, круто выглядит, такой вот лысый монстр такой в белой майке. Fight. Естественно, никаких приемов я не знал. Ого. Да, давайте не терять время. Действительно.
Конечно, играть за бараку — это для меня чит. Но зато хоть быстрее пройдем. Тем более комп, видите, не хочет сдаваться. Вот это классная, конечно, арена, как вот сзади Джейд, Смок появляется. Давай игроку ложную подсказку, что именно здесь с ними битва. Вот это, кстати, тема живого леса, она на Сеге выглядит настолько, звучит, вернее, странно. Она звучит круто, но я хочу сказать, что она не похожа на аркадную версию. Но все-таки это порт одной из аркадных мелодий, но она звучит полностью по-своему. Да, блин. Эх, Фергалити бы. Блин, Фергалити, по-моему, нет, 32 икс. Или есть? Ум нет. Фергалити, правда, за рейда надо делать. Ну вот, видите, мы уже почти на вершине. Да. Да блин. Есть. О, тут надо пит сделать. Если мы вдруг выиграем, я посмотрю, как его делать. Эх, я так и знал. Так, я обещал. Как делать пит? Как делать пит? Тем более мы в сеговской версии его не видели. Мы его на SNES не видели. Там он Mode 7, между прочим, использует. Так, пит. Вперед, низ, хай-кик. Хорошо. Вот тоже, когда я впервые в детстве это увидел, фаталити, это прям вообще вау. Жалко, что они тут не кричат. В остальных версиях они еще должны говорить. А здесь просто. Такой. Так, телепорт он здесь не делает, потому что он из последних бойцов. Да ё-моё. Или сделай телепорт. Сейчас проверим. Ставка на телепорт. Нет, телепорт он не делает. Телепорт он может сделать, когда он из первых противников. Но не когда он предпоследний. Так, 17 контов, 17, да. За бараку, что ли, так и фигачить? Fight. Ну что, телепорт? Ага, нашли дурака. Телепорт он делает только тогда, когда это выгодно. Да блин. Я его таки поймал. Так, а второе фаталити за Рейдена. О, блин, слушайте, второй фаталити за Рейдена, оно, по-моему, еще сложнее. Такое чувство, что разрабы, когда делали Рейдена, да не такое, так оно и есть. Они, короче, тупо и не успевали, и уже в последний момент ему фаталити делали. Это, кстати, правда, я помню, что в ранних версиях аркады у Рейдена вообще не было фаталити.
Так. Low kick. Хорошо. Попробуем. Вообще нелогично, учитывая, что фаталити связано с рукой, а зажимать надо ногу. Да блин. То есть, как видите, оба фаталити Рейдена, они сделаны из существующих спрайтов. Ничего нового. И оба связаны с зажатием. Кнопки имеется в виду. Так, ну этого я думаю... Мы должны это сделать. Тем более мы за Рейдена. Страшно. Вообще-то блок можно нажимать. А я его не нажимаю. Ну ладно. Да блин! Два раза поймал. Да-да-да. Фергалити. Но я уже его профукал. Надо было этот меню кодов ввести. Мне нравится, что ему урон не засчитался. Между прочим, да блин! Черт, он жестко ловит. Вот так и надо было. Че я выпендривался? Да! Все, сработало же? Сработало же. Да ладно! А почему нет-то? Игра, ну ты чё? Что я не так сделал? Я ж ни одну кнопку не... Это ж кнопки направления. Блок что, нельзя, что ли? Вроде блок можно. Нельзя. Наверное, блок тоже нельзя. Наверное, блок нельзя. Да вашу мать, ну какого черта? Почему? Так, объясняю свое неудовольствие. Должна быть битва с секретным персонажем. А ее почему-то не было. Так, сейчас я опять... Да блин. Меняемся, отматываемся. Ой, блин, ну я хотел показать Джейд. Почему? Ладно, убивай. Попробуем еще раз. Может быть... Может нельзя? Типа вообще никаких приемов не делает. Блин, теперь он не дает. Да блин. Типа, по-моему, он только в сеговской версии так тупит. Ну-ка. О, наконец-то! Вот так должно быть. На Сеге, кстати, очень халтурно вот это сделано. Вы бы видели, как это на аркаде. Вы видели для ДОСа, но там похуже. А вот эта арена эксклюзивная для Сеги. На самом деле это халтура. Это должна быть зона гора. Но опять-таки сэкономили место и вставили уже существующую арену просто с другим, с другой палитрой. Ну, выглядит прикольно. Хоть это и халтура. Самая прелесть, что после победы на Джейд мы не теряем конт, в отличие от глючной. Правильно же? А, не, мы не можем сменить персонажа. Подождите, значит, это в сеговской версии не можем, а? Интересно. Ладно, в сеговской, значит, не можем. В аркаде можем. Так,
Да блин! Не пробил. Fight. Да ё-моё, ну два раза почти добил, но не добил. О, ну душу Рейдена, конечно. Так, ну хорош, давайте уже проходить. Осталось-то, считайте, два противника. С Сеговской мы быстро справились. Все, будем с тобой как с Джейд. Не с самой, конечно, Джейд, а с тем, кто перед ней. Fight. Ну что, давайте фаталку какую-то. Так. А, ого. Интересно. Интересная комбинация. О! Получилось даже этот сделать, чтобы он соскользнул с шипов. Ну что, наш любимец, дамы и господа. Вот это вот горилла. И вот на нем видно, что цветов меньше. О, ну конечно. Ну нечестно. Так, я, пожалуй, опять-таки вернусь к клавиатуре. Fight. Ага, фиг там. Я думал, что нашел тактику. Фух. Fight. Ё-моё, ну так же близко было. Я уж думал, неужели с первого раза завалю. Но я был очень близок. Блин, не повезло. О, так я... Вот в такой цикл я его зажимал на аркаде, что ли, не помню где. Так что это true. Так, ладно. Я вошел во вкус. Fight. Да блин. Да ё-моё. О.
Черт! Если бы не протупил мне несколько раз причем. И нанес урон, который мог. Fight. Как минимум два раза пропустил возможность. Да. Да нет, по-моему, нет. Ну как, они из одного... Не клана даже, а из одной расы. Не, подожди, нет, он из другой... Не-не-не-не-не, он не Шакан, не-не-не. Это Шива и Гора из одной расы, а этот, он, по-моему, не уникальный какой-то народ. Да, блин. Получается, других бойцов, кроме него, не было из этой расы. О, получилось. Плохо он меня встретил. Fight. О, красава. О, повезло. Блин, несколько раз. Блин. Ну, да, несколько раз прям очень близко, но немножко не хватает. Буду за Рейдена. Мне кажется, за Рейдена тут шансов... Возможно, это особенности сеговской версии, а может нет. Может, потому что я играю не с геймпада, а с клавиатуры. О, блин. Не знаю, трудно сказать, сеговская версия легче или это мне кажется, что она легче. Просто потому, что я опять-таки играю с клавиатуры. Просто, может, мне везет, а может, мне не везет. Да, бросок и два. Тихо, пропустил шанс. Блин. Так, конты уже заканчиваются, между прочим. Fight. Попёр на меня, что делать? Тихо, 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 чуть. На, что-то как будто вот. Как будто да, что-то вот несколько раз прям очень близко. Если в досовской версии я целый час бился головой об стену фактически, и прогресса особого не было, то здесь с самой первой попытки кажется, как будто вот еще чуть-чуть, ох ты класс, как будто бы еще чуть-чуть и все получится. Но ну не получается. Fight.
Блин. Два перкота подряд. Ладно, это мы слили. Конты заканчиваются. Вот будет смех, если мне не хватит контов. А их было 25, если что. Fight. Это неплохо, но этого мало. Да ё-моё! Блин! Плохо. Очень плохо. Вот сейчас прям обидно, насколько плохо. Fight. Да. Спасибо, что болеешь за меня, Ник Мастер. Попёр. Что делать, когда он так прёт? Я не знаю, честно говоря. Да блин. Ну блин. Ну мог же. Просто болеешь. Тоже спасибо. В смысле ты... Понял. Да, сочувствую. Болеть отстойно. Fight. Да блин. Надо же. Мы увидели редкий случай, когда он попытался ударить ногой. Да нифига себе ты спамер. Еще и перехваты. Блин, чувак, походу у этого босса вообще вот нету никакого, знаете, счетчика. Сколько раз можно счетырить? Он четырит до бесконечности, пока не выиграет. Блин, зря я его выбил из этого цикла. Так, ну все, надо собраться. Ну, осталось-то, ну, чуть-чуть, буквально. Ну, прям близко же. Fight. Просто не тупить, все возможности использовать, которые босс предоставляет, типа вот такого. Блин. Есть. Ценой удара. Хэнгем там так просто его не застреляешь, потому что Китана единственная, кто может делать вот такое комбо, то есть сначала обычный удар, потом в воздухе бросок веера. Да блин. Так, все. Fight. Thank you.
Один удар! Один! Ой, один удар остался. Вот если бы он не щитерил, я бы его побил. Но он будет щитерить, я понял. Этот босс, он ни перед чем не остановится. Я до сих пор не могу понять, легче он на Сеге или нет. Одно могу сказать, что досовский самый сложный. Досовский точно сложнее, это мне не кажется. Он мог меня перебросить, если что. Это мне сейчас повезло. Fight. Да я не хотел, это случайно получился прием. Ну все. Так, тихо, он прет на меня. Тихо. Тихо. Ну. Так, подождите, еще один раунд. Спокойно. Спокойно. Fight. Да, ну-ка. Очень плохо. Черт. Я не. Так, я не знаю, я, наверное, щитерну с сейвстейтами, когда мало контов останется. Потому что, ну, это уж совсем. Если я сейчас соглашусь с поражением и буду опять заново что-то перепроходить, да ну и чё. Это особенный случай. Тем более, по-моему, тут можно поставить больше 25 контов. Я просто был уверен, что мне хватит. Как минимум 30 можно поставить. Fight. Это не так-то легко вбить эти кнопки, чтобы это сделать в полете. Да, блин. Да ё-моё! Вот сделаешь это позже, и вместо двойного удара получаешь люлей. Двойных. Тихо, тихо. Ух, блин, надо же. Так, а мы за Рейдена проходили, да? По-моему, проходили. Вот сейчас специально слить, чтобы за другого персонажа, да? Черт, проходили за Рейдена, что ж делать-то? Специально сливать глупо как-то. Ладно, не будем специально сливать. Или слить. Ладно, давайте сольем. Все, идем на риск. Хотя я все равно. Сливаем намеренно, чтобы пройти за персонажа, за которого мы еще не играли. 4 конта, в принципе, это даже нормас. Сейвстейт на всякий случай делаем. Так, за кого?
За кого? Так, я проходил за Рептилию. За Рейдена как раз таки. За Лю Канга. Рейден, Рептилия, Лю Канг. Так, ну за Бараку, за Шансунга может быть. Нет, за Шансунга, за Шансунга. Вот сейчас, кстати, проверим, какой удар за него. Ну за Бараку, конечно, да, но... You will die, fight. You will... Да, слушайте, реально за Шансунга, короче. Что ты сказал, я не расслышал. You will die, fight. Одна фраза у него всего. Блин, короткая нога. Да что ж ты, что ж тебя не кормили-то, Шансун? Всегда, да. Он везде fight. На это поддается. Во всех версиях. Но у Шансунга нога короткая. Да блин. Как же это усложняет дело. Так, ну что, реально попробовать за Шансунга? За Шансунга трудно. Или попробовать его черепочками еще. You will die, fight. Не, ну Шокан, человек дела. You will. Да блин, сдохни! Понимаете, в чем прикол вот конкретно за Шансунга? То, что когда он ставит блок, то хитбокс больше, чем когда он не ставит блок. Как бы это парадоксально не звучало. Черт! Черт! Да, за Шансунга труднее. А черепками я просто боюсь пользоваться. Хотя, может, они и решают. Так, ладно. Ладно, берем проверенного персонажа. Давайте Скорпиона. Почему? Потому что за Рептилию я знаю, что хитбокс хороший, а они одинаковые. Скорпион, Рептилия, Саб-Зиро одинаковые хитбоксы, поэтому за Скорпиона будет легко. Вот такой критерий сложности игры. У кого длиннее нога, тот и победил. Так, решающий. Блин, то что у него одна фраза, конечно. Толпа не анимированная, в отличие от SNES-овской версии. Тихо, ты что делаешь? Только после вас. Да блин, понтанулся на себе на голову. Вот и все. Прям на фоне трона так пафосно выглядит в этой позе. Вот тут сеговская версия себя показывает не очень. Мало того, что шрифт совсем не тот, который, ну, не далеко от аркадного. Плюс ко всему, никаких картинок и текст проносится очень быстро. Короче, да, концовки тут отстой. Но в 32X версии это починили. Ровно как и в каке. Спасибо, Никмастер. Да, естественно, я на этом стрим зак... Или нет? Я вам фергалити не показал. Ладно, фергалити надо показать. Так, тут нам нужен про-игрок, который умеет замечать приколы в титрах. Ну, в SNES-овской версии действительно были там какие-то приколы. А в этой версии, по-моему, нифига. Тут, кстати, по-моему, даже реальные имена. Что редкость. Обычно всякие ники пишут. Тут реальные имена. Ладно, последняя
сейчас пока вот титры, потом покажем Fergality. Блин, тут вообще крутые, крутые читы здесь. А я вам их не показал, ай-яй-яй. Третья часть сегодня нет. Вообще, она уже и была, и еще будет, да. Да, кстати, давайте по традиции, Никмастер, может ты не видел, я скину сейчас в чат ссылку на таблицу свою, где записаны правила моего марафона, все пройденные игры. Там вот три вкладки. Правила, Battle Plan, где, собственно, все, что я проходил и буду проходить. А, блин, я нажимаю. Так. Б. Да, блин. Чего я не так нажал-то? Б. Чего? А, это бэк, а не б... Блин. Я вот... Ладно. Так. Вниз. Не... Так, 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 так. Вот оно. Так, бессмертие можно поставить. Фриплей, конечно же. Бэкграунд. Ух ты, а фиг его знает какой. Почему они не подписаны? Блин, какой из них армори? Девятый, что ли? Battle Plan нам не надо. Soak Test. Это тоже не надо. Soak Test, это если что... Это, короче, демо, то есть компы будут драться. Так, давайте. Friendship и Honesty. По-моему, девятый. Давайте сделаем сейф. Дификалти такой же. Так, Рейден. Нет. Fight. Не девятый. Окей. Десятый? Или восьмой? Блин, мы так гадать, конечно, будем. Привет, любитель. Ты только подошел уже, да? Или ты был? О, классная арена, но нет. Восьмой, значит. Я уже заканчиваю стрим, просто фергалити покажу и все. Да ё-моё, седьмой, что ли? Вот тяжело разработчикам было подписать арены. Кому вот эти цифры-то нужны? Почему нельзя написать было? Так, игра, ты надо мной издеваешься? Я сейчас все буду перебирать. Fight. Наконец-то. Так. Так, блок нам использовать нельзя, я так понимаю. Потому что это как френшип. Возможно, я вам две версии покажу. Да блин, ты не попадаешь по тебе. Так, две версии покажем его добивания. Значит, сначала обычное добивание. Так. Вниз, назад, вперед, хайкик. Так, вниз, назад, вперед, хайкик. Вниз, вниз, назад, вперед. А, кик, фуй. Вот такая у него дружба. Эх, шрифт не очень. То есть призывает Кит Сёднер. Кстати, была надпись? По-моему, не было даже надписи. Ну, короче, он призывает своего, типа, ребенка. А вот Fergality. Вот.
эксклюзивное добивание. В чем шутка? Шутка в том, что вот этот вот чувак, которого вы только что видели, это никто иной, как Фергус, как-то его, я не помню, как его зовут, помню, что Фергусон. Он один из разработчиков этого, вот Nightmare, я сразу ответил на твой вопрос. Он один из разработчиков этого порта. Ну, не порта даже, это Probe Entertainment. Вот он. Фергусон его фамилия, поэтому Фергалити. Вот он. Эксклюзивное добивание, которое есть только в версии для Sega, потому что именно сеговскую версию делал Probe, хотя это на самом деле так себе объяснение, потому что они же делали версии для Game Gear, насколько я помню, и для 32X, но там этого добивания нету. А здесь оно есть. Так. А, нет, вроде гейм... А, не-не-не, правильно, нету. Так, ну, все, пожалуй. Так, это можно скачать. Все, на сегодня мы закончили. План мы полностью выполнили. Можно, кстати... Да, надо же себе очки начислить за прохождение. Во-первых, я записываю, что... Показан... Почему показан? Пройден? Почему показан? Пройден? Пройден порт. Пройден порт. Пройден порт. СМД. МК2. За кого мы прошли? А, опять за Рейдена. За Рейдена 3. Вот так. Вот. Самое сложное мы сегодня прошли на самом деле. Что у нас дальше? Давайте что ли... показать вам этот свой вот что у нас дальше предстоит. Вот мы сегодня закрыли, вот я ставлю галочку, вот эти две версии, то есть у нас осталось 32x, ну из сложных портов. Sega Saturn и PlayStation, они не сложные. По крайней мере, рядовые бои. Я не знаю, какой там Кентара. И уж тем более, если там Shao Kahn сложный. Вот это вот, конечно, прикольно. Не знаю, какой там Shao Kahn. Amiga, кстати. Amiga, это вообще черный, темный лес. Возможно, я амиговскую версию дропну. А, по моим правилам... Так, кстати, оно, по-моему, не все считает, да? Или сколько у меня очков-то? Сейчас я начислил себе или нет? Что-то я сбился. А, вы это видите, то, что не надо. Ладно. Так. Блин, не то. 56. 59. А, да, я здесь правильно 59, а здесь неправильно 59. Все, теперь начислю. Так. Ну, короче говоря, из сложных портов, вот я же говорю, 32X и Amiga. Остальное, Game Boy, Game Gear, Master System, я, скорее всего, не буду пытаться. Ну, вернее, я попытаюсь их пройти, но если не пройду, то я не буду сильно расстраиваться. Еще на Dendy две версии, кстати, да. Но я их тоже проходить не буду. Еще вот интересные бета-версии и хак. Причем на Mortal Kombat, как видите, второй аж 4 хака нам предстоит посмотреть. Тоже немало. Ну а так-то мы можем уже переходить к ультимейту, между прочим. Да, мы уже заработали право играть в ультимейт. 50 коинов, потому что у нас... Ну вот как-то так. Ладно. На этом я заканчиваю. По идее завтра выходной. Так что да, можно будет продолжить. Так что давайте тогда. Скорее всего до завтра.